Ребятки, утречко вам, у нас управление, значится. Тормозные. Ох, как новое все на ручник пойдет. И зараебились по максималке. Будем сверлить, крутить, резать. Все на. Вы можете подумать, что у нас идет тренировка, и мы учимся делать перекладку, но нет. У нас идут испытания краски. Краски акриловой и меловой. А я тем временем выскочил затестить подвеску на тренажке. Как она, кусочек готова, нет, там подправили кое-чего. Пока такое, на пол Федора не нравится, будем еще сейчас крутить. Тесты, тесты, алло. Вот, есть вопрос, короче говоря, по подвеске. Чуть-чуть на вывороте уже таком, на большом. Есть момент, если прям дальше проваливать туда, чуть-чуть какие-то моменты неприятные. Не могу понять, что это и зачем, и почему. Тугость какая-то появляется, сейчас будем пробовать как-то решить это, покрутим чашки там, я не знаю, что-нибудь покрутим, короче говоря, будем крутить, вертеть. Так, мы, короче, убрали завалы на чашках по максималкам, сделали, чтобы по расширению было прям по красоте. Покатались, в принципе, стало, возможно, немного лучше по рулежке, но вот этот момент под закусыванием остался. Сейчас померим схождение, дальше будем. Первый в ноги в пробке, да, стоять? Обида, обидная.